Видеоурок «Рисуем белочку гуашью». Для работы нам потребуется бумага для гуаши, гуашь, кисти, палитра, тряпочка, вода. Берем ластик и карандаш. Небольшим кругом намечаем голову белки. Далее отмечаем туловище. Отмечаем впадины для ушей и обрисовываем щечки. Отметим макушку и от нее линию ушей. Добавим шею, складку и верх спины. Обрисуем брюшко и добавим задние лапки. Далее добавим передние лапки. Теперь добавим пушистый хвост. Обрисуем бусинки и ленточки. Добавим нос, щечки, глаза. Вот такая белочка должна получиться. Берем кисть и палитру, мешаем оранжевый цвет, красный с желтым. Полностью закроем белочку этим цветом. Thank you.
Берем более тонкую кисть. В оранжевый добавим чуть-чуть коричневого. Добавим пушистость изюшек. Легкими линиями добавим бровки. Этим же цветом добавим пушистость на щечки. Далее уточним складочки на шее. Добавим пушистость на грудку. Дальнюю лапку затемним. Снизу передним лапкам добавим пушистость и уточним пальчики. Затемним животик. Добавим пушистость на заднюю лапу. Также обозначим спинку. Добавим пушистость на коленку. Затемним дальнюю лапку и уточним пальчики. Затемним основание хвоста. И добавим на сам хвост длинные произвольные линии. Возьмем больше коричневого и уточним все сгибы. И на сам хвост добавим еще немного линий.
Далее в глубину ушек также добавим этот цвет. Добавим линию носа и мордочки. Теперь берем черный цвет и добавляем глаза. Мешаем светло-оранжевый, желтый плюс красный плюс белый. Добавляем длинные произвольные линии на хвост. Добавим светлые участки на животе, коленке, спинке и грудке. Далее добавим на бровки и мордочку. Белым цветом добавим блики в глаза. Теперь красным цветом раскрасим часть бусинок и ленточек. Добавим в красный немного коричневого и обозначим тень на бусинках и ленточках. Теперь смешиваем красный с белым и розовым обозначим блики на бусинках и ленточках. Теперь зеленым добавим еще немного бусинок. Остаток бусинок добавим желтым. Осталось белым цветом добавить ленточку и блики. Разведем черный цвет водичкой и серым добавим тень под белочкой. Наша белочка готова. А теперь фото с живого занятия. С вами была Дерри Арт. Помните, рисовать может каждый.